Настя Зотова, и сегодня с нами Катя Брагина. Привет! Сегодня у нас будет челлендж под названием «Мокрые шутки». В чем заключается у нас наш челлендж? Мы будем на этом прекрасном планшете включать разные смешные ролики. А кто засмеется, того обольем водой. Ну и также, кого мы еще обольем водой, так это человека, который не поставил лайк и не подписался на наш канал. Поэтому быстро ставьте лайк. Ну и что, начинаем! Ну, сейчас мы уже начнем. Да. Начинаем наш смотреть самые смешные ролики в мире. Так, Катя засмеялась. Я забыла, что смеяться нельзя. Ну все. Я забыла, только, пожалуйста, мало, у меня кофта. Можно я хотя бы вот так вот сделаю? Катя. Ну что, будем сейчас смотреть, как Катя обливают? Раз. Два, три. Катя в ухо попала. А это просто... У меня в ухо попало. У меня потом из уха вода полилась. У меня вообще ничего не мокрое. У меня только внутри уха все. Пока что. 1-0. Да. Вот за Насти. Продолжаем дальше. Я больше не засмеюсь. Я просто забыла, что нельзя смеяться. Давай, я давай начинаем. А улыбаться можно? Ой, я смеялась, блин. А сейчас будет меня поливать водой. Я даже не знаю. Ну я сейчас все, ребят, я отомщу Настю. Это еще все пол. Я целую вылила. Я пила! Люди! Все, ты мне мокрый вообще. Ну ты мокрый. Все мокрое, кстати. Лайк. У меня скамейка. У меня ухо мокрое. Настя, так сильно. Угу, потом Катя будет очень плохо. Катя засмеется. Катя засмеялась. Люблю, смотри. Обливаем Катю. Катя, обмакнуть? Действительно не сильно. Катя. Я надеюсь. Да, Катя, давай, иди сюда. Мне страшно. Дай делай дождик. Ладно, давай. Посмотрите. Ну все, Настя. Да, но у нас одна поделка. Сначала, допустим, ты меня, я тебя. Вот у нас тут гад, мультинка. Я буду задевать тренд. Стой. Давай. Люди! Да. Зачем тебе кабачок? Точно, раз, два, три. Я смеялась. А на каком?
Никой хотел прыгнуть на кровать. Вау. Ну все. Только раз, два, три. Здорово. Чисто ради тебя. Спасибо. Ты меня тоже в следующий раз не обнимай, окей? Да. Окей, спасибо. Кстати, меня не обняла. Yes! Ты... Я тебе фонтанчик просто сделал так. Ну давай на немного отойдем, наверное, фонтанчик. Ладно. И маленький, все. Ты же не тоже маленький сделал. Да, 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 да. Все, мы квиты теперь будем обливать по-жесткому, да? Да, теперь будем по-жесткому. По-жесткому. Нельзя смеяться. А на этом можно все еще смеяться? Нет, нет, Тяся, ну это очень смешно. Иди сюда, иди сюда, Катя, Катя, иди сюда. Я не готова, это страшно. Это не страшно, такая, давай. Давай. Сюда. Футболку. Давай, раз, два, три. Ну все, Настя. Сейчас, на последний раунд сейчас. Давай, раз, два, три. Ты можешь еще раз, а потом я тебе два раза, окей? Не, да, не, сейчас оно закончится все равно. Давай ты меня. Ты скажи, меня очень сильно вливать будет. И мне страшно. Ты не представляешь, насколько. Как будем называть? Шейки. Нет, все, Катя, все, больше нельзя, Катя. Дольем и друг друга просто попереливаем. Ой, ну ладно. Ну всем хорошего настроения и всем пока! Пока-пока!